обратить ваше внимание на способ, с помощью которого можно исправить кнопку, которая не фиксируется в положении «включено». Когда включаешь, в такого плана фиксатор кнопки в болгарках диаметром 125 мм используется. Когда включаешь, она не фиксируется в положении и соскакивает. Что можно сделать? Ну, причина, собственно, по большей степени, вот причина находится вот в этом пазе, который здесь, куда заходит кнопка и должна зафиксироваться за углубление. Если здесь вырабатывается такое уже закругление, в таком случае она не фиксируется. Что необходимо сделать? Обыкновенное лезвие. Берем лезвием и выравниваем, немножко подрезая слой пластика, который там находится, до ровного угла 90 градусов, чтобы не было угла меньше, чем 90 градусов. Итак, ту тыльную нижнюю часть ее просто подрезаем обыкновенным лезвием. Когда мы это сделаем, то тогда кнопка начинает туда заходить и фиксироваться. И теперь она уже фиксируется. То есть таким образом я решаю вопрос, когда обычно это помогает, когда кнопки на маленьких болгарках не фиксируются в положении «включено». Подписывайтесь на канал и сможете увидеть такие полезные советы не только в отношении кнопки, но и по ремонту любой другой бытовой техники, изготовления некоторых инструментов и полезных вещей для дома.